Ну, Фархад, у тебя есть прямой выход? Ну, есть, но, повторюсь, он положительно тебе отзывался неделю назад на стрим, подумал, что он сам не пойдет на стрим, ураган встречи тебя сам быть может. Как, в смысле, как Фархад урагану за меня может самоубить старичка? Ты о чем? Вот это внезапная концовка твоего сообщения просто. Как бы, что ты вообще имел в виду? Интересно, чел из РДК уважает маджахеда. Маджахеда все уважают. Легкий новый трек, кстати, разве не выход на урагана, или это не прямой? А, ураган не в РДК. Ураган в формате 18. Это отдельное формирование. И у них... Короче, я... В общем, смотри. Не прямой выход на урагана у меня, в принципе, есть. Но, повторюсь, ураган не пойдет ко мне на стрим. Во-первых, ураган не пойдет на стрим, ни на какой, скорее всего. Да? Я просто предсказываю. Во-вторых, ураган тем более не пойдет на мой стрим. Так, понятно? Ну, просто, если вы читаете канал «Налетел ураган» регулярно, вы примерно понимаете, какое у урагана отношение вот, к жизни, вот, к всяким там стримерам, хуимерам и так далее. Не пойдет он на стрим. Ураган, потому что почему и Бонов не пойдет? Ну, типа... Ураган в целом не любит медийность, насколько я могу судить. То есть... Ну, чуть подробнее про ураган. Кто это? Первый раз слышу. Ну, как? Лидер формата 18. Ну, я имею в виду формат 18. Вот это... Вооруженное формирование, которое на стороне Украины воюет. Ну, это где Бонов, собственно, воюет тоже. Ну, там ураган главный. Ураган. Краснолуцкий. Артем, по-моему. У него канал есть в телеге, налетел ураган. Ну, то есть, как бы... Я не знаю, что еще сказать так-то. Ураган недавно спрашивал историю, спрашивал бы тебя за стрим, он сказал, что не знает кто-то. Ну, как бы, может, это и к лучшему.